чистые пироженки, Сью! Что случилось, Сэм? Ты забыла? Сегодня мой первый день в школе для крутых слаймов. А у меня еще ничего никакого. Я искал свой рюкзак и нашел только такую сумочку. Она нам не подойдет. И что, мне все это целый день с собой носить? Да, неудобно. Погоди-ка, у меня есть идея. Идем. Привет, ребята! Сегодня мы с вами сделаем школьный шкафчик для Сэма. Начнем с самого шкафчика, а потом сделаем то, что пригодится Сэму в школе. Я готов ко всему, даже к школе. Кстати, вы можете пойти туда со мной. Начнем с пенопласта. Проще простого. Разок ударим, и все готово. Да мне даже инструменты не нужны. Сэм, что ты делаешь? Демонстрирую свои навыки карате, конечно. Если что-то нужно быстро сделать, сразу зови меня. Обязательно. Ты же знаешь, без тебя как без рук. Позже мне тоже понадобится твоя помощь. Теперь нужно соединить эти детали с помощью этого. Я тебя знаю, клеевой пистолет. Ты опасный парень. Я сражусь с тобой, только нужно меч найти. Не волнуйся, Сэмми. Я буду осторожной, и он меня не обидит. Ну вот, а я только настроился. Ладно, тогда принесу тебе еще детали для шкафчика. Вот это лучшее решение. Основа для шкафчика готова. Еще немного клея. Сьюзи, ты не обижайся, но белый шкафчик — это же так скучно. Серьезно? Ну конечно. Уверена, что мы что-нибудь придумаем. Хоп. Сью, в шкафчике обязательно должна быть полочка. Вот, возьми. О, отлично! Но прежде чем мы поставим ее на место, нужно подумать о декоре. А я думаю, что шкафчик должен быть розовым. Нужно только подобрать правильный оттенок. Светло-розовый или облачно-розовый? Как трудно. Ребята, пока Сэмми думает, ставьте лайки и оставайтесь с нами. Самое интересное еще впереди. Сью, мне нравится много цветов. Думаю, без твоей помощи не обойтись. О, вот этот тебе очень подходит. Но лист слишком большой. Нужно это исправить. Ну же, Сью, на это уйдет целая вечность. Давай используем магию. Ты гений. Да, я такой. Вуаля. Так-то лучше. Теперь у нас есть все, что нужно. Ура! Пора переходить к моей любимой части. Ребята, мы почти закончили. Остался последний штрих. Сью, зацени! Это я для тебя подготовил. Ого, какие красивые полоски! Давай их сразу и приклеим. Это что, мой шкафчик уже готов? Секундочку! Ну, куда же она подевалась? Сью, можешь помочь мне найти эту деталь? Вот эту? Ага! А полочку мы поставим сюда. Сью, а мы здесь кое-что пропустили. Нет, не пропустили. А, понял. Держи, Сью. Спасибо, Сэм. Мысли читаешь. Ребята, сначала нам нужно установить дверь и спрятать скотч за панелью. Только не торопись. Но это так сложно. Сью, мне так хочется, чтобы шкафчик был скорее готов. Может, снова используем магию? Мы не можем использовать ее постоянно, Сэмми. Тогда я пойду и подготовлю кое-что для нашей поделки, чтобы мы быстрее закончили. Сью, смотри, что у меня получилось! Уверен, ты можешь это использовать! Посмотрим. О, ты прав! Ребята, угадайте, что это? Теперь наш шкафчик из пенопласта похож на шкафчик! Это точно! А вам нравится, ребята? Или нужно что-то добавить? А мы не используем эту красивую бумагу, но она мне так нравится. Почему бы нам не украсить ею внутреннюю часть двери? Да, супер! Будет очень круто! О, я уже знаю, что туда положу. Нам нужна ручка. Ручка? Предоставь это мне. Я все сделаю, честное слово. Ты же знаешь, что Сэмюэль Великий может что угодно. Подожди.
А куда это я собирался? В мою комнату, принести мне подарочный мешочек. Вот этот? Ну зачем он тебе? Это для меня? Сэмми, это не подарок. Тут есть штуки, которые нужны нам для шкафчика. Например, это. Так ты всегда будешь уверен, что отлично выглядишь. Так это не просто штуки, Сьюзи. Это супер полезные вещи для нашего шкафчика. А мешочек мы поставим тут. Как здорово! А мы можем приклеить стикеры. Здесь, например. Чеддер, меня раздели! Именно здесь! И еще одна деталь. Сью! Я только что понял, что обещал принести ручку и не принес. Не переживай, Сэмми, она здесь. Супер! Мы закончили наш школьный шкафчик. Посмотрим, что мы можем в него положить. Сью, у меня огромная проблема. Просто громадная. Я не могу выбрать стикер. Не волнуйся, Сэмми, я знаю, как тебе помочь. Ну как, нравится? Чеддер меня? Ну и как я до этого не додумался? Так, что дальше по списку? Сюда нужно что-то положить. Хм, секундочку. Они же тут повсюду. Ага, эти ребята идут со мной. Ну разве это не лучшее место для карандашей и ручек? Ну что, Сэмми, тебе нравится? Я в восторге. Но нам нужны ящички для вещей поменьше. О, я придумала. Мы возьмем вот это. Сэм, мне нужна цветная бумага. Прошу, моя леди, что ты будешь делать? Смотри. Но для этого я буду использовать магию. Отлично, мне нравится. Ребята, не забывайте, что вы можете выбрать любой понравившийся цвет. Кстати, это не первый наш органайзер. На нашем канале вы найдете и другие видео. Как дела, Сью? А ты посмотри. О, я бегу. Так-так-так, цвета мне нравятся. Можешь продолжать. И все готово. Теперь они надежно склеены. Думаю, нам нужно обклеить все это красивой цветной бумагой. Хм, эта сторона подойдет больше. Но как мы их откроем? У меня есть бусины. Может быть, их используем? Посмотрим. Мы приклеим их сюда. Да, идеально. Поспеши, Сью. Вот-вот начнутся уроки, а мы еще не закончили. Оу. Спокойно, Сэмми. Все почти готово. Ученикам нужны тетради. Давай сделаем несколько. Они будут необычной круглой формы. Святые макароны! Сью, дай мне чашку. Я тоже хочу нарисовать круги. Но на это уйдет время. Используем немного магии. Хоп! Наши круги готовы. Тебе нужно еще это, Сью. Подожди, я принесу еще кое-что. Держи, Сью! Спасибо, Сэмми. Это очень мило с твоей стороны. Нужно только их вырезать. Вуаля! Они идеальны! Ребята, а вы знали, что пенобумага – это очень любопытный материал, который меняется при нагревании? Но при работе с ней нужно быть очень внимательным и осторожным. Они похожи на шляпы! Мне пригодится шляпа для школьных мероприятий. Пожалуйста. Но я думала, их у тебя много. Но такой нет. В школах есть правила. И шляпа не тоже касается. А теперь мне нужно пространство. Работает профессионал. Готово! Сэмми, это прекрасно! Мы положим эту тетрадь сюда, а эту сюда. Но я хочу сделать еще одну необычную тетрадь. Волшебник Сэм даст тебе все, что захочешь. Спасибо, мне ничего не нужно. Ну и ладно, тогда не отвлекайся. А у меня есть еще важные дела. Увидимся. Эта тетрадь будет с сюрпризом. Добавим сюда Simple Dimple.
Святые макароны, Сью! Я так нервничаю! Скажи, что ты закончила! Ух ты! Мой шкафчик самый крутой в школе! Прекрасный органайзер! И новая тетрадь всегда будет под рукой. Фу! Книжки такие тяжелые! Я положу их сюда пока. Так-то лучше. Нет-нет, Сэмми, это мой шкафчик. Но, Сью, мы же делали органайзер для меня! Прости, Сэмми, получилось так здорово, что я просто не устояла. Не переживай, в следующий раз мы сделаем и для тебя крутой органайзер. Правда, ребята? Договорились. Надеюсь, ребята, вы присоединитесь к нам. До скорых встреч. Пока-пока. Thank you.